Жена Валерия Золотухина, актриса Нина Шацкая, ушла от мужа к Леониду Филатову. Она понимала, что это будет общественное порицание. Это не стало преградой. Валерий Золотухин изменял жене направо и налево. Увидев красивую женщину, он заводился сразу. Мог соблазнить 3 девушек за сутки. Более того, все свои похождения он смачно описывал в своем дневнике, не стесняясь физиологических подробностей. О патологической любвеобильности Золотухина знали все актеры. И сама Шацкая тоже просто долгое время терпела загулы мужа. Неудивительно, что когда она наконец решила уйти от Валерия, многие были на ее стороне. С Филатовым у них все начиналось постепенно, аккуратно, никаких тебя в омут с головой. Мы полгода просто встречались в театре. Леонид Филатов покорил Нину Шацкую своей интеллигентностью и нежностью. Шацкая прожила с Филатовым душа в душу до самой его смерти. Намучившись в браке с Золотухиным, она очень ценила верность второго мужа.